Русские кролики. Это именно русские кролики, а не калифорнийские. У них название породы так идет. Русский кролик Шварцвайс. Это малая порода. Вес у них, ну, в среднем, я смотрю на оценочных листах, 2400, 2500, 2380. Как вы поняли, это малая порода. И буквально совсем в недавних роликах я показывал отличие русского кролика от калифорнийского кролика и объяснял вообще, чем отличаются эти породы, откуда они взялись. Ну, в общем, весь расклад, откуда все пришло. И поэтому я сейчас хочу просто пройтись по русским кроликам, показать их экстерьер, внешний вид, чтобы мы видели вообще, что он из себя представляет, именно русский кролик. Так что в России их ни у кого нет. Эта порода мало, и россияне, наши коллеги, ими не интересуются, так как у нас развито только то, что либо мы имеем большого кролика, гиганта, либо самого маленького, либо рексов. Но это как бы в основном. Ну а так вот, здесь, как я уже говорил, в Германии малые породы очень развиты. И вот мы посмотрим на экстерьер именно русского кролика. Ну, естественно, даже вот мех у них практически у всех, ну просто вот, на мой взгляд, ну эксперты тоже пишут, просто идеальный. По меху оценок замечаний нету. Здесь вот я вижу, 96 пунктов кролик, этот 95. Обратите внимание на его пигментацию. Посмотрите, как прокрашены лапки. Вот он даже показывает. И что отличительная особенность русских кроликов, это именно то, что они всегда вот такой пигментации, у них устоявшаяся пигментация и всегда очень хорошо, хороший прокрас. Ну, я знаю некоторые кролиководы, что делают, чтобы увеличить пигмент в своих калифорнийцах. Они скрещивают кроликов калифорнийских средней породы с кроликами малой породы, с русскими. Они получают пигмент, но они теряют в весе. И чтобы вернуть обратно вес, нужно, конечно же, произвести определенную селекцию увеличения веса. Поэтому, ну, как бы я это видел, я это встречал у кролиководов. Так делается. Это, конечно, не совсем правильно. Пигмент надо улучшать в самих калифорнийцах. Либо, значит, уже, если ты даже смог это улучшить, но это уже должно быть устоявшееся. Ну, естественно, вот он я. Очень мне вот этот нравится. Вот здесь вот хорошо видно у него и лапки, и носик, и ушки. Ну, в общем, вот вам и калифорнийцы, вернее, русские.